Сегодня 1 марта, первый день весны 2019 года. Весна – начало пробуждения природы. Мы, люди, как часть природы, также пробуждаемся, чувствуем прилив сил, прилив энергии, просыпается острота ощущений, восприятий и желания активных действий. Для нас очень символично, что именно в первый день весны выходит в эфир наша первая программа. Мы приветствуем вас, дорогие друзья! С вами Нина Пшеничная в русской редакции «Радио Тугён», что в переводе означает «волна». И сегодня я с радостью сообщаю вам, что радио Тугён достойно выполнило свою функциональную миссию. Мы все-таки смогли поднять волну. Волну пробуждения, волну негодования, волну, на которой поднялся дух сопротивления многих достойных правозащитников, независимых журналистов, общественных деятелей, политиков и простых людей, не безразличных к тому, какое наследие оставим мы нашим будущим поколениям. Мы начали борьбу с диктатурой, с фейками и с коррупцией в правозащите. Диктатура в правозащите – это властность группировки из нескольких правозащитных организаций и фондов, которые через авторитетность и возможность оказывать влияние на финансирование противопоставили себя в правозащитном поле как неприкосновенные структуры, не терпящие критики, отвергающие очевидные факты и опровержения, навязывая и утверждая свои выводы и заключения без обоснований, без объяснений, как единственно верные. Они зачищают правозащитное поле от неугодных, несговорчивых, от принципиальных правозащитников, не гнушаясь манипуляциями, ложью, использованием людей и обещаниями всяческих благ. Диктатура в правозащите – это уничтожение правозащитного института в целом. Мы начали борьбу против диктатуры, лжи и преступлений в правозащитном движении, когда стало очевидным, что в правозащитном поле появились далекие от правозащитной деятельности люди, лжеправозащитники, которым была чужда сама идея защиты прав человека, а напротив, сами они оставляли за собой сотни обманутых, обворованных, обездоленных людей. И чтобы уйти от ответственности за свои преступления, надели на себя одежды правозащитника. Ну а затем, оказавшись в правозащитном поле, стали активно проводить кампании против настоящих правозащитников и правозащитных организаций, которые очень результативно работали и спасли массу человеческих жизней и судеб. А сколько появилось лжеправозащитников, обслуживающих интересы беглых олигархов, представляя их оппозиционерами и родителями за права человека. Замена настоящих правозащитников лжеправозащитниками убивает правозащитное движение. В своей грязной игре лжеправозащитники в первую очередь используют ложь, забрасывая информационное поле фейками. Фейк – это ложь, которая убивает правозащитное движение. Мы вынуждены признать, что некоторые некогда авторитетные и уважаемые международные организации, фонды и средства массовой информации были использованы для интересов конкретной группировки и стали не просто игрушкой этой группировки, но инструментом преступлений, таких как мошенничество, отмывание денег, коррупция и еще многих-многих других преступлений. Своей борьбой мы привлекли внимание всех, кто понимает, что с исчезновением правозащитного движения исчезнет и само понятие прав и свобод человека. Понимание очевидной угрозы объединило нас в борьбе с этими преступлениями. И 9 декабря 2018 года, в Международный день борьбы с коррупцией, в честь 70-летия Всеобщей декларации прав человека, в честь 20-летия принятия Декларации ООН о правозащитниках, была создана Всемирная коалиция «Стоп диктатура, фейк, коррупция в правозащите». Цель коалиции – очищение правозащитного движения от диктаторов, фейков и коррупционеров. Принимающий зло без сопротивления становится его пособником. Эти слова Мартина Лютера Кинга стали девизом Всемирной коалиции «Стоп диктатура, фейк, коррупция в
правозащите, ну а учредителями Всемирной коалиции стали Международная правозащитная организация «Клуб пламенных сердец», Коалиция за Мутабар Таджибаеву за правду в правозащите Узбекистана, Международный правозащитный фонд Мутабар Таджибаевой, находящаяся в Польше Ассоциация Спільнота Казахска, Казахстанское республиканское народное движение противодействия произволу, общественная организация Патриотическое общество Буковины, Украина, инициативная группа «За жизнь без пыток», Комитет по защите прав мигрантов, общественные организации и активисты, входящих в состав Координационного совета гражданского общества Узбекистана «Альтернативный Узбекистан», инициативная группа Саиды Камаловой «Поиск, расследование, разоблачение, борцы за восстановление нарушенных прав более 700 работников фирмы «Фонд» и его филиалов в Ташкенте. А также инициаторами и членами являются ряд видных активистов, правозащитников, независимых журналистов, представителей политической демократической оппозиции, политики, общественные деятели, независимые религиозные деятели, жертвы пыток и политических репрессий, проживающие в разных странах мира и граждане иностранных государств, не безразличные к ситуации с правами человека. Нас назвали дерзкими, но дерзость – это не грубость. Дерзость – это четкая формулировка фактов, лишенная всякого лицемерия. Да, мы не толерантны к преступлениям, и мы не позволим делать из правозащитной деятельности бизнес, и тем более делать из правозащитного движения поле для криминальных игр. Сегодня мы с удовлетворением сообщаем вам, что начиная с этого выпуска радиостанции «Тугён» стала рупором всемирной коалиции «Стоп диктатура. Фейк. Коррупция в правозащите». В последующих выпусках мы с удовольствием поделимся с вами историей создания коалиции. Ну а в дальнейшем вы будете посвящены во все детали наших расследований, нашей борьбы и будете иметь возможность присоединиться к нам. Нам нельзя забывать, что всякое зло творится в тишине. Нельзя забывать, что всякое зло должно быть наказуемо. Не забывайте, что принимающий зло без сопротивления становится его пособником. Оставайтесь с нами. Только вместе мы в состоянии сделать мир добрее, справедливее и гармоничнее. До новых встреч, дорогие друзья. До новых интересных встреч.